Теперь официально. Курить, а точнее парить в общественных местах запрещено законом. О вреде кальянов и вейпов спорили много, но до недавнего времени пускать дым на улице или в кафе было можно. По словам владельца кальянной Ачи Таджидинова, с одной стороны, новый законопроект принесет пользу его бизнесу. Клиентов у заведения должно стать больше. С другой, опытный кальянщик не уверен, что нужно принимать такие строгие меры. Он считает, что электронные парогенераторы сравнивать с обычными сигаретами нельзя. Кальяны — это кальян, ну там вреда есть, конечно, но как ученые предпочитают, что больше вреда от сигарет. Я думаю, что много гостей у нас будет, потому что это огромные конкуренты. Например, считаем, что рестораны, что клубы для нас конкуренты, потому что у нас типа тоже бар и как ночной клуб, потому что ночью работаем, днем работаем. Вейпить и пускать пары нельзя в том числе на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах, офисах, кафе и ресторанах. Курительные смеси запрещены независимо от того, есть ли в них никотин или нет. Законопроект поддержали сразу несколько депутатов. А что думают об этом иркутяне? Ну, я сам курю кальян. Как бы, ну, мне кажется, кто не хочет дышать дымом, ну, конечно, правильно, что запретили тогда. Почему я считаю, что это правильно? Ну, потому что кому-то это не нравится, вот и все. Ну а вред для здоровья вот прохожих вы считаете? А, вред? Ну, я, честно, не знаю, как это влияет на астматиков, но вред, мне кажется, это не несет. Да, правильно, потому что это вредит здоровью. Отлично, замечательно, конечно, я считаю, что правильно. Почему? Ну, потому что они все знают, что это не полезно далеко, это вредно для здоровья. Правильно, да. Нечего распространять вредные привычки, я вам как медик говорю. Категорически против. Почему? Сам не курю, другим советую. Противников закона встретить нам не удалось. Медики также утверждают, что кальяны опасны для здоровья. Паровые коктейли являются разносчиками многих заболеваний. К примеру, таких как герпес, туберкулез и стафилококк. Обостряют они риск заразиться коронавирусом. В кальянном дыму находится повышенное содержание угарного и углекислого газа, которые организму абсолютно не полезны. К тому же они вызывают зависимость, отмечают наркологи. Они также вредны. Причем даже некоторые специалисты предполагают и говорят о том, что вред у электронных сигарет и кальянов даже выше, потому что состав дыма другой и так далее, более мелкодисперсионный, проникает глубже и так далее. А вызывает зависимость так же, как электронные там, сигареты и кальяны, вызывает зависимость так же, как и обычные сигареты. Теперь пускать красивые дымки разрешат только на летних верандах. Это, пожалуй, пока единственное место, где могут провести время любители парогенераторов и кальянов. Ведь кальянные пока закрыты, а в ресторанах курить запрещено. Александр Гаврилов, Александр Пахомов и Константин Синицын. АСТВ.